Как стало известно информационному агентству Prime Crime, вчера суд Центрального района Твери вынес постановление о заключении 34-летнего вора в законе Махарея Гварамия, более известного в криминальной среде как Маца и Синакский, под стражу с последующей принудительной выдворением за пределы России. В тот же день Гварамия был помещен в областной центр для содержания иностранных граждан. По нашим данным, вор в законе был задержан в Твери в минувшую пятницу сотрудниками уголовного розыска Главного управления МВД по Тверской области во взаимодействии с коллегами из ГУР МВД России. Как известно, ранее несудимый уроженец Синаки Махарей Гварамия коронован в июне 2011 года представителями менгрельского воровского клана Кардавом Зарилоа, являвшегося в тот момент одной из главных ветвей криминальной империи деда Хасана. Сегодня Мацей входит в ближний круг азербайджанского вора в законе Надыраса Лифова, он же Гули. По словам полицейских, российское гражданство Гварамии, полученное на основании фиктивно заключенного в Саратове брака, аннулировано. В ближайшие дни вору в законе будет зачитано решение министра МВД о нежелательности пребывания на территории России на пожизненный срок. Не забудь подписаться на канал.